Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Сейчас мы выполним упражнение 133 на странице 73 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Составьте пары из глаголов 1 и 2 столбиков так, чтобы они называли похожие действия, но отвечали на разные вопросы. Что делать? Читать. Что сделать? Прочитать. Делать? Сделать. Писать? Написать. Рисовать? Нарисовать. Учить? Научить. Петь? Спеть. Рассказывать? Рассказать. Как вы думаете, глаголы в каком столбике называют законченные действия? Законченные действия обозначают глаголы во втором столбике. Спеть, научить, написать, рассказать, сделать, нарисовать. С двумя из этих пар составьте и запишите предложение. Я буду писать сочинение. Внимательно. Чтобы написать его без ошибок. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.